дают как трофей страшен. Плач, который был на Христе, разрывают на четыре части по числу стражников. А хитон, это длинная рубаха, которая была на нем, его нельзя было забыть. Он был соткан вручную Богородицы для своего сына таким образом, что верхняя вся его часть была цельная, бесшовная. То есть если бы он начал разрывать, он просто начал бы расползаться. Поэтому решили пойти по